Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей лекции сегодня – Казиранга, парк Джим Корбет, Дика и Сундарбан, Манас, Нал-Саравар, Гурский лес, Переяр, Канга. Мы подробнее рассмотрим самые известные национальные парки в Индии. В начале 20 века, когда Индия еще являлась колонией Великобритании, были созданы первые парки в Индии. Самый первый национальный парк, открытый в Индии, Джим Корбет. Позднее, уже при независимости Индии, были образованы еще 5 парков. При поддержке правительства был принят проект «Тигр» со специальной программой по сохранению природных зон обитания диких животных и тигров. За последние годы было открыто более 100 национальных парков и заповедников. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Казиранга. Второй. Парк Джим Корбет. Третий. Дикха. Четвертый. Сундарбан. Пятый. Национальный парк Манас. Шестой. Птичий заповедник Нал-Саравар. Седьмой. Гирский лес. 8. Национальный парк Переяр в Тикади. 9. Национальный парк Канха. Казиранга. Национальный парк Казиранга в индийском штате Ассам насчитывает 2/3 от общего количества однорогих носорогов во всем мире. По последним данным, популяция этих животных в парке достигает более 1500 особей. Также в парке обитает значительное количество тигров, диких буйволов, слонов и болотных оленей. По сравнению с другими заповедниками в стране, Казиранга достиг значительных успехов в сохранении и приумножении различных исчезающих видов диких животных. История национального парка Казиранга начинается в 1904 году. Когда жена вице-короля Индии баронесса Марии Курзон отправилась на экскурсию по окрестностям. Казиранга был известен в то время как место обитания экзотических для иностранцев животных, в том числе носорогов. Не встретив ни одного носорога во время прогулки, баронесса убедила своего мужа в необходимости принятия срочных мер по восстановлению популяции носорогов и охраной других диких животных. 1 июня 1905 года был основан заповедник Казиранга с территорией в 232 квадратных километра с целью защиты редких видов животных от вымирания. Через несколько лет территория парка была увеличена еще на 152 квадратных километра, а в 1938 году одновременно с запретом на охоту в этих лесах в парк Казиранга стали пускать туристов. Происхождение названия местности достоверно неизвестно, и это породило множество легенд. Согласно одной из них, имя Казиранга происходит от сочетания имен юноши и девушки, которые были влюблены друг в друга. Их родители не одобряли союз, из-за чего влюбленные ушли вместе в лес и больше никогда не возвращались. По другой версии, парк назван в честь бездетной пары, которую благословил святой отшельник, давший им наставление выкопать водоем, чтобы имя этих людей осталось в истории. Парк Казиранга часто становится жертвой природных катаклизмов и вмешательств человека. Многие животные погибают во время разлива реки Брахмапутра. Действия местного населения также наносят урон как растительному, так и животному миру. Помимо незаконной вырубки лесов, случаются также и нападения браконьеров. Движение сепаратистов в Ассаме, однако, не навредило заповеднику. Напротив, активисты освободительного движения боролись с браконьерами, и в некоторых случаях дело доходило до убийства последних. Парк Джим Корбет.
Парк Джим Корбетт – старейший национальный парк в Индии, основанный в 1936 году под названием Национальный парк Хейли. Целью создания парка стала защита от вымирания бенгальского тигра. Парк расположен в штате Уттарахант и назван в честь Джима Корбетта, сыгравшего огромную роль в создании этого парка. История Джима Корбетта весьма необычна. Он родился в Индии, вырос в большой семье. Будучи 8-м ребенком, он много времени проводил на прогулках по окрестным лесам. Окружающая природа восхищала его. Джим с детства учился распознавать звуки животных и птиц и весьма в этом преуспел. Позднее эти знания пригодились ему во время охоты. Джим стал известен тем, что отстреливал тигров и леопардов, нападающих на людей и терроризирующих жителей местных деревень. Со временем Корбетт осознал необходимость создания охраняемой территории, где могли бы свободно обитать тигры. По его инициативе и был создан парк в 1930-х годах. Этот парк был первым, принявшим участие в национальном проекте защиты тигров. Сейчас парк Корбетт является одним из самых знаменитых парков среди любителей дикой природы. Ежегодно парк посещает 70 тысяч туристов. Однако увеличение количества посетителей в то же время является угрозой для дикой природы парка. Растительный мир парка Корбетт заключает в себе более 200 разновидностей растений. Среди богатой разновидности растений привольно себя ощущает и животный мир. 50 видов млекопитающих, 580 видов птиц и 25 видов рептилий проживают в парке. Наиболее часто встречаются олени, шакалы, медведи-губачи, слоны, гималайские медведи, пальмовые куницы, индийские мангусты, выдры, зайцы, дикобразы. Администрация парка Корбетт особое внимание уделяет обитающим в пределах парка кошачьим, среди которых королевские бенгальские тигры, камышовые коты, леопарды, леопардовые кошки, кошки-рыболовы. Количество тигров, по последним данным, выросло до 150 особей. Среди рептилий парка Корбетт можно встретить питона, кобру, крокодилов. Среди подвидов крокодилов особенно примечателен гавиал, занесенный в Красную книгу. Он встречается только в реках Индокитая и Индостана. Длина гавиала иногда достигает 6,6 метров. Гавиал не нападает на крупных животных из-за строения челюсти. Они у гавиала узкие и длинные. Этот вид крокодила питается рыбой, небольшими птицами или мелкими млекопитающими. Национальный парк Корбетт входит в группу из 13 заповедников, находящихся под защитой Международного фонда дикой природы. Кроме этого, целью парка является охрана животных, наиболее подверженных опасности вымирания – тигра, носорога, и азиатского слона. Дика. Дика – морской курорт в индийском штате Западная Бенгалия. Он расположен в регионе Восточный Миднапур на побережье Бенгальского залива и является самым популярным курортом в Западной Бенгалии, особенно среди жителей Калькутты. Ранее эта местность называлась Биркуль и упоминалась в письмах Уоррена Гастингса, первого генерал-губернатора Индии, где он называл ее Брайтон Востока. Другой английский бизнесмен Джон Франк Снейт переехал сюда в 1923 году, и его мемуары во многом способствовали известности этого региона. Англичанин убедил бенгальского министра в перспективности развития небольшого поселения и превращения его в знаменитый морской курорт. Старый пляж Дикха сильно пострадал от морской стихии и разрушения почвы.
Неоднократно маленькие пляжные кафе и отели были смыты волнами в море во время шторма. В 2 километрах от старого пляжа образовался новый пляж Дикха, большей площадью и более чистый и ухоженный. Практически все побережья от старой до новой Дикхи украшают необычные 30-метровые деревья – казуарины. Другой достопримечательностью этого места является океанариум с исследовательским центром. Зачастую туристов, прибывающих в Дикху на выходные, интересует не только пляжный отдых, но и богатая дикая природа региона. Сравнительно неподалеку, в 220 километров от Дикхи, расположен крупнейший резерват бенгальских тигров – национальный парк Сундарбан. Сундарбан расположен в дельте Бенгальского залива и частично распространяется на территорию соседнего государства – Бангладеш. Основную часть парка занимают мангровые заросли. Дельта заповедника покрыта 7 основными реками и множественными каналами, поэтому путешествия по заповеднику проходят на лодках. География местности зависит от приливов и отливов, когда уровень в реках поднимается с 3-5 до 8 метров в течение 24 часов. Прибрежная зона заповедника, его флора и фауна находятся под серьезной угрозой разрушения из-за активного вмешательства человека. На сегодняшний день заповеднику требуется серьезная поддержка и четкое руководство для спасения уникальной экосистемы. Заповедник Сундарбан является местом обитания более чем 400 тигров. Королевские бенгальские тигры Сундарбана развили уникальную способность плавать в реках заповедника. Животные выбираются на берега рек, чтобы погреться на солнышке в зимний период с ноября по февраль. Местные тигры также печально известны тенденцией нападения на людей. Помимо тигров в заповеднике обитают леопарды, макаки, медведи, мангусты, лисы, чита и многие другие. Национальный парк Манас. Королевский национальный парк Манас расположен частично в северной части Индии и Бутана и принадлежит к важнейшим в стране природоохранным зонам. Название парка произошло от реки Манас, притока реки Брахмапутра, которая проходит сквозь парк. Территория национального парка Манас в 360 квадратных километров была объявлена заповедником 1 октября 1928 года. Резерват парка был создан в 1973 году. Ранее территория служила охотничьими угодьями одной из королевских династий Раджастана. На сегодняшний день в центре парка осталась одна деревня, а также около 60 деревень расположились на его окраинах. В период гражданских беспорядков на рубеже 1980-х и 1990-х годов дикая природа парка понесла очень серьезный урон. За 10 лет из заповедника исчезли почти все 100 носорогов, большое количество зомбаров, диких буйволов, слонов и тигров. Работа по возвращению животных в Манас началась после прекращения политических распри и беспорядков в регионе. Некоммерческие организации по охране природы совместно с Департаментом лесного хозяйства штата Ассам смогли вернуть заповеднику мировую славу уникального природного резервата. Благодаря проведенной работе 21 вид млекопитающих из списка охраняемых животных Индии вновь обитает в экосистеме этого парка. Среди них тигр, однорогий носорог, индийский слон, золотой лангур, азиатская золотистая кошка, гиспидский заяц, гаур, индийский зомбар, дымчатый леопард. Птичий заповедник Нал-Саравар.
Птичий заповедник Нал-Саравар расположен в штате Гуджарат и занимает территорию в 120 квадратных километров. Созданный в 1969 году, Нал-Саравар носит титул самого крупного птичьего заповедника в Индии. Его огромная заболоченная территория становится зимне-весенней резиденцией для многих перелетных птиц. Помимо 210 видов птиц, прибывающих зимой, в заповеднике можно увидеть индийского дикого осла и гарну, винторогую антилопу. Из перелетных птиц встречаются пеликан, фламинго, белый аист, агарь, красная утка, цапли. Тысячи водоплавающих птиц прибывают в заповедник сразу после индийского сезона муссонов. Питающиеся рыбой в мелководье болотные птицы также прилетают сюда за добычей. Лучше всего наблюдать за птицами здесь рано утром. Местные лодочники берут пассажиров до рассвета и отправляются на ознакомительную прогулку. Также в заповеднике предлагают путешествие на лошадях по берегу озера Нил-Саравар. Гирский лес. Гирский лес или Сасангир – это национальный парк на юге полуострова Катихьявар в индийском штате Гуджарат. Он занимает территорию площадью в 1153 квадратных километра, из которых 258 квадратных километров занимает особо охраняемый национальный парк. Издавна Гирский лес был знаменит среди любителей охоты – до тех пор, пока в 1900 году местный правитель не объявил территорию охраняемой из-за резкого уменьшения популяции животных. Популяция азиатских львов тогда достигла критической отметки в 20 особей. Национальный парк в районе Гир был создан в 1965 году для сохранения популяции исчезающего азиатского льва. И даже сегодня является последним местом его обитания. На момент создания численность особей не превышала 200. Благодаря усилиям по охране этих животных в 2005 году в Гирском лесу жили уже 359 животных. В Гирском лесу у львов также есть необычные защитники – мусульманки из местных племен. Такой необычный отряд создали для считывания количества животных, проживающих в заповеднике. В 2015 году женщины-кошки Гирского леса насчитали 523 особи азиатского льва. Всего 40 женщин, составляющие отряд, защищают львов от браконьеров, а также сотрудничают с другими местными племенами и жителями деревень в окрестностях. Удивительно, но львы становятся послушными и почти ручными в присутствии своих защитниц. Существуют даже специальные лаборатории, которые занимаются разведением азиатских львов и искусственным осеменением. Плоды такой работы попадают в зоопарки разных стран. Несмотря на усиленные попытки защитить львов в естественной среде их обитания, случаи браконьерства до сих пор имеют место. Кроме того, из-за нападения львов на домашний скот местные жители отравляют хищников. Однако львы Гирского леса крайне редко нападают на людей. Они живут так близко к людским поселениям, что практически дружелюбны к своим соседям. В Гирском лесу также живут и другие редкие представители фауны. Помимо львов, заповедник насчитывает 38 видов млекопитающих, около 40 видов рептилий, почти 300 видов птиц и более чем 2000 видов насекомых. На территории заповедника произрастает горный смешанный листопадный лес, где преобладает тиковое дерево. Общее количество разновидностей растений в лесу превышает 500. Национальный парк Перияр в Тиккате. Национальный парк Перияр, расположенный в штате Керала,
был основан в 1982 году. Парк выделяется живописными пейзажами, включает в себя тропические леса, горы, сады специй и чайные плантации. Заповедная зона парка занимает площадь 350 квадратных километров вокруг озера Перияр. Этот уголок дикой природы – редкий успешный случай вмешательства человека в окружающую среду. Возведение плотины на реке Мулла-Перияр привело к образованию огромного водоема площадью более 26 квадратных километров. Появление озера повлияло на активный рост лесов и увеличение количества диких животных. Вскоре после окончания строительства плотины 600 квадратных километров земель в этом районе были объявлены национальным парком. Большую часть территории национального парка покрывает тропическая растительность. Особенно ценными здесь экземплярами растений являются хопия мелкоцветная, артокарпус, витерия индийская, канариум, бишофия яванская и другие. Отдельные экземпляры растений, представленные здесь, достигают высоты до 50 метров. Всего в парке Перияр насчитывается около 2500 видов растений, из которых 350 используются в медицине. В заповеднике Перияр встречаются 265 видов птиц и 66 видов млекопитающих. Среди них бенгальские тигры, дикие индийские слоны, бизоны, гауры, самбары, дикие кабаны, индийские гигантские малабарские белки, камышовые коты, медведи, вандеры, львиноголовые макаки. Список животных также продолжается нилгирийским черным лангуром, полосато-шейчатым мангустом, нилгирийской куницей. Из холмов и равнин, вечно зеленых тропических деревьев, лесов и лугов, рек и озер состоит необыкновенно красивый заповедник, национальный парк Перияр. Желающие познакомиться с животным миром и воочию увидеть многообразие обитателей парка могут приобрести двух- и трехдневные туры по заповеднику с профессиональными проводниками. Национальный парк Канха. Национальный парк Канха, расположенный в центральной Индии, на восточной части холмов Сатпура в штате Мадья-Прадеш, является крупнейшим природоохраняемым объектом в Азии. Парк занимает площадь в 1945 квадратных километров, 940 километров из которых являются центральной частью и 1005 километров буферной зоной. 25% центральной части парка открыто для посещения и именуется туристической зоной. Канха стал одним из первых заповедников проекта охраны тигра в Индии. Вплоть до начала 20 века территория парка находилась в управлении династии Гонд и была населена местными племенами, которые были хорошо осведомлены о повадках животных, населяющих территорию. Некоторые представители этих племен до сих пор проживают на территории заповедника. Большие ограничения на вырубку редких и наиболее ценных видов деревьев были введены в 1862 году. Почти через 20 лет территория была объявлена охраняемой природной зоной. В 1880-х годах в лесах Канха побывал Рюдьярд Киплинг, в результате чего миру явилась его знаменитая книга джунглей. В 1930-х годах в районе Канха действовали охраняемые территории Халон и Баньяр, которые служили охотничьими угодьями британским офицерам во времена колониальной Индии. Несмотря на то, что в 1933 году леса Канха были объявлены заповедной зоной,
Охота на оленей и тигров все еще была доступна для высокопоставленных особ. В период 1947 по 1951 годы на современной территории парка любитель охоты Махарадж Кумар, представитель королевской династии Виджаянагарам, застрелил в общей сложности 30 тигров. Это событие вызвало общественный резонанс и вынудило правительство принять меры по охране животных. Территория Канха получила статус национального парка 1 июня 1955 года. Леса Канхи расположены на плато и долинах и являются местом обитания 29 видов млекопитающих и 250 видов птиц. Парк Канха является прибежищем для королевского бенгальского тигра, леопарда, дикой собаки, оленя барасинги, индийского бизона, павлинов. Наибольшее внимание росту популяции уделяют тиграм и оленям барасинга. Луга Канхи окружены саловыми лесами. К сожалению, на территории парка до сих пор охотятся браконьеры, несмотря на принятые меры по охране животных. Только за 2016 год в заповеднике были убиты 23 тигра. В 70-х годах были приняты меры по спасению от вымирания уникального вида болотного оленя – барасинга. Постепенно количество животных этого вида возросло с 66 до 400-500. Начиная с 1990-х годов, активно развивалась инфраструктура парка. Охрана и исследование природных богатств заповедника Канха способствовали превращению заповедника в самый дружелюбный по отношению к туристам парк в Индии. Это уникальное место лучше всего подходит для того, чтобы фотографировать оленей и тигров в условиях естественного обитания. Для посетителей парк Канха открыт с октября по конец июня. В заключение стоит отметить, Индия очаровывает туристов своей древней историей, архитектурой и верностью религии. Все больше туристов со всего мира посещают не только исторические памятники, но и национальные заповедники. Животный и растительный мир Индии разнообразен, благодаря этому было создано множество национальных парков.